Добрый вечер всем зрителям, добрый вечер всем любителям театра. Сегодня в трансляции из Пермского театра оперы и балета балет «Пер Гюнт», творческий вечер Виталия Полищука. Я Андрей Платонов, ведущий трансляции. И прежде всего я благодарю вас, зрителей наших трансляций. Особенно тех, кто осуществляет пожертвования на сайте театра. Мы выходим в эфир благодаря вам. Если вы хотите поддержать театр, под трансляцией находится ссылка на способ это сделать. Для того, чтобы лучше познакомиться с творческим обликом пермского танцовщика Виталия Полищука, я пообщаюсь с театральным критиком Ларисой Барыкиной. Добрый вечер. Добрый вечер. Творческий путь Виталия Полищука происходил на ваших глазах, я прав? Может быть, это слишком громко сказано, но на самом деле, конечно, я видела его и в самом начале, и, в общем, в середине пути, и, ну, наверное, да, так сказать, весь путь на глазах отчасти. И какие точки опорные вы заметили в этом пути? Что менялось, что приобретало новый характер? Вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что Виталий Полищук, конечно, это имя неотделимо от имени другой прекрасной танцовщицы, его партнерши по сцене в жизни, это Наталья Моисеева. И мне кажется, что вот их дуэт – это такая эмблема пермского балета, которая, ну, сияла, можно сказать, в 90-е и 2000-е годы. И вообще каждая балетная труппа и зрители, и любители балета обычно жаждут, чтобы вот в труппе была именно такая пара, которая была бы и пара в жизни, и пара на сцене, и чтобы можно было смотреть их в разных спектаклях, следить за их развитием. Мой пермский балет в 90-е и 2000-е годы дал такую возможность, потому что они, конечно, были совершенно замечательной парой. И если говорить о высоких точках, то, наверное, я впервые увидела их, и Виталия Полищука, в частности, на международном конкурсе артистов балета «Арабеск», членом жюри прессы, которого я являюсь все эти годы. И это было очень запоминающимся таким выступлением, потому что и в 90-м году они стали лауреатами, а в 92-м году, несмотря на очень сильную конкуренцию, сильное участие, они произвели очень, так сказать, впечатление. И помимо личных наград, они получили очень серьезный приз. Тогда был приз лучшему дуэту конкурса имени Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Вот смотрите, для любителей балета Катя и Володя – это вот такая эмблема. И в этом смысле Виталий и Наталья, конечно, тоже были эмблемой пермского балета. Если говорить о его спектакле, который я видела, и как он мне запомнился, то, конечно, Виталий Полищук – это прежде всего такой классический представитель пермской балетной школы в ее лучшем варианте, в лучшем виде, потому что он сам учился у прекрасного педагога Владимира Толстухина, а Толстухин – это ученик Юлия Плахта. Юлий Плахт – это пермский мужской балетный танец в лучшем виде. Все прекраснейшие, самые знаменитые балетные танцовщики, которые сделали карьеру не только в Перми, но и на многих мировых сценах, это так или иначе школа Юлия Плахта. И у Виталия Полищука это все проявлялось в полной мере, потому что, конечно, он был прежде всего безупречным принцем. Это редкость. У нас очень много прекрасных характерных танцовщиков. Можно быть интересным в каких-то определенных вещах. Но классический принц – это всегда то, что вожделеют все любители балета и очень редко достигается. И вот он был таким именно рыцарем без страха и упрека. И то, что в балетном балетоведении называется «данс нобель». Танцовщик такой вот благородной, аристократической породы. Как это случается, как это происходит, это всегда загадка. Но на сцене он был безупречным партнером, романтическим принцем. И, в общем, смотреть на него было всегда одно большое удовольствие, потому что, ну, это было просто хорошо. Вот, поэтому, конечно, вся классика помнится. И «Лебединое озеро» в нескольких редакциях, которые прошли за эти вот годы. И, безусловно, «Жизель», и «Спящая красавица». Опять же, два варианта, по-моему, я видела с ним. Я видела, как Виталий Полищук танцует в современных балетах. Вот, ну, совсем такое старинное воспоминание. Это балет Игоря Ануфьева, пермского композитора, «Холодное сердце» по сказке Галфа, которую ставил Владимир Салимбаев. Или спектакль «Дама Пик». Да? Или спектакль, который, собственно, сейчас будет транслироваться,
Это Пир Гюнт, который делал английский хореограф, вернее, хореограф английского, американского уже так происхождения, Бен Стивенсон. Его попадание в пермский контекст очень интересно, потому что он какое-то время труппу опекал. Балет был не нов, это был перенос из хьюстонского балета, которым он руководил. И у Бена Стивенсона этот спектакль сделан в жанре, я бы так сказала, английской хореодрамы, которую так или иначе проповедовали хореографы и Макмиллан, и Кранка, и вот Бен Стивенсон в том числе, где требуется не только танец, но и, в общем, серьезное актерское наполнение. Вот это, что касается балета «Пир Гюнт». Одно из самых трогательных, наверное, для меня впечатлений последнего времени. Мы же понимаем, что балетный век короток. Виталий закончил танцевать, и он сейчас совершенно замечательный, насколько я понимаю, педагог-репетитор, потому что он готовил две пары к участию в конкурсе. Ну, помимо того, что в театре он занимается с танцовщиками, у него есть подопечные, он готовил две пары к конкурсу «Большой балет» на канале «Культура». Ну, вот самое трогательное, о чем я хотела сказать. Кстати, я рецензировала этот спектакль. Я имею в виду «Золушку» Алексея Мирошниченко. И там есть совершенно удивительный момент в финале, когда главная героиня и ее муж уже в старости, что называется, да, появляются в заснеженном таком мареве на фоне любимейшего нашего пермского театра оперы и балета. И речь идет о том, что эти люди отдали этому театру всю жизнь, они протанцевали на нем, и их жизнь сложилась именно так. Удивительно, но ведь это очень здорово перекликается с судьбой Виталия Полищука и Натальи Моисеевой. Мы знаем, что в 90-е годы, да и в 2000-е, количество людей, которые открылся весь мир, можно было уехать куда угодно, и количество пермских танцовщиков, которые сейчас живут и работают по всему миру, оно огромно. Но вот эти люди, они сохранили верность своему театру, сохранили верность этому городу, они остались с ним навсегда. Ну, честно сказать, вот этот момент был просто трогательным до слез. Поэтому я думаю, что Виталий Полищук — это танцовщик из тех, кто премьер-танцовщик, он заслуженный артист, там, многократный лауреат всяких конкурсов, но это имя, безусловно, в истории пермского балета очень такое яркое и очень значимое, и я буду следить за его успехами уже как педагога. Все-таки именно балет «Пир Гюнт» был избран самим Виталием Полищуком и труппой в 2007 году для творческого вечера. Как вы думаете, почему? Действительно ли это самый знаковый или самый показательный балет того времени для Виталия Полищука? Я не знаю его мотивов. Мне так кажется, что это выбрано потому, что в этом балете он предстает в нескольких качествах. Да? Создать совершенно новую интерпретацию партии Альберта в «Жизели» или «Зигфрида в Лебедином озере» очень сложно, и не всегда. Это только специалисты могут понять, какая разность есть в трактовках, интерпретациях балетных танцовщиков. А этот балет ставился, я так понимаю, на него. Бен Стивенсон работал с ними, да, Сольвейг танцевала Наталья Моисеева. И, наверное, эта работа, да, всегда для всех танцовщиков очень важно, когда что-то делается конкретно на них. Они могут все очень любить и обожать классику танцевать и говорить, что это самое главное, но в их памяти всегда останется та работа, в которой они представляли впервые перед публикой. Я думаю, поэтому там сочетание танцевальных и именно актерских очень сложных задач, потому что, как мы понимаем, Пир Гюнт переживает сложнейшую эволюцию свою как характер, как человек, с ним происходит множество событий, и, в общем, его судьба достаточно драматична. Это сложнейшая задача для балетного артиста. Я думаю, что он захотел показать в свое время, так сказать, на финале своей балетной карьеры именно этот спектакль. Большое спасибо. Со мной на связи была Лариса Барыкина, театральный критик. А сейчас балет «Пир Гюнт» в трансляции из Пермского театра оперы и балета.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
В этом антракте я пообщаюсь с Виталием Ивановичем Дубровиным, заведующим балетной труппой нашего театра. Добрый вечер, Виталий Иванович. Здравствуйте. Спектакль «Пергюнд» выбран на творческий вечер Виталия Полищука. Выбран им или труппой? И как вообще осуществляется выбор таких спектаклей? Но мне кажется, здесь он как нигде раскрылся полностью, потому что здесь спектакль был очень сложный для ведущего танцовщика, как раз Пергюнда Пера. Потому что он встречается, проходит, его жизнь проходит на встрече с семью балеринами, вернее, по спектаклю. И с каждой балериной у него есть дуэт, с каждой балериной у него есть отношения, с каждой балериной у него есть, ну, просто отношения, понимаете? А дуэт – это с каждой балериной, это очень разное все. И мне кажется, спектакль этот просто изматывающий был для танцовщика. Он сложный, надо, ну, и у каждой балерины, вернее, каждая сцена, это был свой характер. И надо было вытащить этот спектакль, и в конце я уже понимаю, я уже видел, как Виталик уже просто никакой. Понимаете, он, его уже, семь балерин уже его использовали по полной, в общем, и он с каждой, он отдача. Он отдается с каждой балериной. Я думаю, что это показательный спектакль для Виталика. То есть он трудный, но при этом он, да, знаковый. Да, очень знаковый, благодарный, да, и все. Я говорю, и труппа любила. И... Ну, в общем, это спектакль, который как бы своя эпоха, свой спектакль, свое дело сделал. Он отработал очень хорошо уже, когда он стал чисто декорационно уже стал устаревать, то постепенно его сняли. Потом новые исполнители, это все, ну, сами знаете, спектакль проживает жизнь. И перешло время, когда надо было уже его снять. Но этот спектакль как-то особо показывает характер Виталия Полищука? Ну, понимаете, здесь разносторонний. Его раскрывает со всех сторон, много сторон. И если «Лебединое» — это принц, то здесь он и крестьянин, и... уже светский, там, американец. В общем, он все время в каких-то, понимаете, разных партиях. Конечно, это не раскроешь ни в одном спектакле. А здесь он раскрывается, он попадает в сумасшедший дом, он попадает в сцену, это у нас Доврская дева, в эту сцену подземелья, как бы, понимаете, везде он разный. Вот это и хорошо, что, понимаете, этот спектакль, мы показываем его в этом спектакле. А какой он вам кажется в работе, в отношениях с труппой вообще? Ну, в данном случае он сейчас у нас педагог-репетитор, и все, что ему пригодилось в жизни, он сейчас переносит на своих учеников. И в работе, конечно, он очень требовательный. Он, во-первых, он очень музыкальный человек. Он со знанием, понимаете, он знает классику, он знает вообще уже спектакли, и весь репертуар фактически он знает. И в работе с ребятами он заставляет их, обязывает их доработать до той точки, которая необходима показать на зрителя. И даже иногда бывает, но это такая ситуация, что все педагоги с приходом Алексея Григорьевича, как бы у него требования повышены, понимаете, это Мариинский театр. И все педагоги стараются как бы, ну не сказать, что угодить, но сделать спектакль так, чтобы это и нравилось и балетмейстеру, и зрителю, и балетмейстеру, и чтобы артисты выдали по полной программе. Понимаете, это вот очень сложный процесс. Это сама по себе работа артиста балета, очень тяжелый труд. И иногда, мне кажется, вот это желание выпустить артиста в хорошей форме не всегда бывает еще дотянуто по физическим возможностям артиста. И мне кажется, ну, мы понимаем, иногда кажется, мы должны простить, если какой-то он вышел первый раз, мы, естественно, прощаем его, хотя, понимаю, человек очень много сделал и много вперед. Но это задача артиста балета. То есть у нас нет успокоения, у нас каждый раз должно быть все лучше и лучше, понимаете? И мне кажется, иногда Виталик очень требовательно подходит, он говорит, этого нельзя упускать, но мне кажется, это немножко усложняет. Слишком требовательно? Да, слишком требовательно. Мне кажется, надо подходить с тех позиций, что человек первый раз, но иногда он, нет, он подходит по-разному, конечно, видимо, к разным исполнителям, но хоть,
Я думаю, что его положение сейчас такое, что он спокойно может готовить артистов, достойных нашим. Сейчас молодежь вся у него, мальчики у него. Поэтому работает достойно. А у него у самого по себе есть какая-то планка качества, которая высока? Да, конечно. Он, во-первых, сам отработал всю жизнь здесь. Потом, вот я сказал, он музыкальный, он уже владеет многими навыками, просто как артист, ведущий танцовщик, знает много партий. Потом он преподает в школе, потому что это тоже востребованность такая, что у него есть свои знания, он должен передать своим ученикам, в школу передать. И, ну, в общем, он настоящий, как бы сказать. И было еще такое положение в театре, когда у нас уехали, было много достаточно ведущих танцовщиков, Баранов, Гуляев и Виктор Дик. Вдруг в один момент уехали после гастроли в Москве в Питер и в Москву, и Виталик остался один просто в труппе. И ему пришлось несколько лет просто тянуть лямку. Представляете, это ведущий танцовщик, а у нас много классических балетов, а он практически один. И мне кажется, он иногда выходил по 3 раза в неделю. Это катастрофа, конечно. Это просто было. И он, в общем, спас театр в данном случае. Я скажу, это такое положение было. А он является, на ваш взгляд, символом пермского балета того времени? Да, его любила очень публика, его зритель его очень любил. В балете можно так говорить, он был красив, он был современен, во всех параметрах был настоящий артист балета, понимаете? Вот внешний вид его, это тоже очень много играет у артиста балета. Он был принц. Как, на ваш взгляд, сейчас артисты балета равняются на него? Ну, я думаю, что сейчас они не знакомы. Вот я думаю, спектакль это поможет им воспринять Виталия Дмитриевича как педагога своего, каким он был артистом балета. Но то, что он требует, я думаю, они понимают. И как равняться? Равняться уже то, что он сейчас их равняет уже. Он их благообразует. Ну да, они становятся с ним и актерские лучше, и технические крепче. В общем, растут ребята. Сейчас у нас хорошие ребята. Есть возможность с кем работать. И все это происходит в преемственности школы пермского балета, всей этой феноменальной структуры. Да, мы со школой мы дружим. Со школой мы вообще в полном контакте. Понимаете, вот если, не знаю, как ситуация на сегодняшний день, вот к нам сегодня приходят 5 девочек из школы. Хорошие, очень хорошие, перспективные девочки, все. Но мы приглашали и мальчиков также. Но мальчики, понимаете, здесь, я узнаю, некоторые просто давно уже хотели уехать, предположим, в Владивосток. Вот они, приезжал балетмейстер, они к нему поехали. Вот этот раз мальчики к нам не приходят. А там во Владивостоке какая-то особенная структура или просто балетмейстер понравился? Нет, это вторая сцена Мариинского театра, которая... А, его все сообразили, да. Да, но может быть и... Но там очень хороший балетмейстер Эльдар Алиев, которого я просто очень хорошо знаю, уважаю. И он, понимаете, по-настоящему... Он, когда приезжал сюда, он с ними разговаривал, он каждому рассказал, что они будут танцевать. А мы немножко, видимо, так привыкли. Пермский, он должен лучше, должны прийти в Пермь. Но вот там желание ребят самих, не то, что они уехали. В общем, уже уехали сейчас в Владивосток. А девочки у нас приходят хорошие. Большое спасибо, Виталий Иванович. Мы возвращаемся к просмотру балета «Пергюнд» в трансляции из Пермского театра оперы и балета.
Thank you.
Thank you.
Сейчас я пообщаюсь с Риммой Михайловной Шлямовой, педагогом-репетитором нашего театра и, в частности, Виталия Полищука. Добрый вечер, Римма Михайловна. Добрый вечер. Мы вот только что видели ваше объятие на сцене после «Пергюнта». А, может быть, вы помните, какие чувства у вас были в тот момент? Вы знаете, у меня всегда прекрасные чувства, когда Виталик танцевал, когда он был на сцене. В любом спектакле. А сколько вы видели его в работе? А как он пришел в театр, так я с ним и работала с первого дня его появления и до ухода. И вот сколько лет нужно вообще артисту балета, чтобы вырасти, чтобы пройти этот путь? Ну, вы знаете, в принципе, конечно, сколько они танцуют, столько они что-то добавляют в свои партии. Но мы готовим очень тщательно, поэтому... Трудно сказать, сколько. Да как сколько танцует, столько и совершенствуется. Потому что не всегда все получается, не всегда все удачно репетируется. Ну, много всяких зависимостей. То, ну, правда, у него, я бы не сказала, никогда плохого настроения на репетициях не было. Так, когда-то что-то получалось, но он, конечно, очень внимательный. Был актер балета. Ну, к этому мы пришли. Потихоньку. Привыкали друг к другу. Он у нас мальчик такой, ну, юноша. Потом я же тогда еще помоложе все-таки была. Вот. Он все время, видимо, воспринимал меня на первых порах. Вот знаете, я ему часто говорю, я говорю, Виталик, ты не забудь, что я все-таки педагог, а не твоя подружка. Ты чего себя так странно ведешь-то? То есть у него темперамент был какой-то особо пылкий? Нет, он, видите, ему казалось, что я слишком молода, чтобы его обучать. Как все у нас, как все, что девочки, что мальчики, выходя из школы, они считают, что они уже, как говорится, ну, правда, в то время еще ученики были, прислушивались больше, чем сейчас к педагогам. Воспринимали их лучше. Но он, мальчик такой, был очень, не скажу, чтобы своенравный, но все равно сам по себе. Он и в школе как-то так иногда позволял себе вольности. Вот, и, но, правда, я этого не терплю. Поэтому я, конечно, никогда, вот что никогда в течение стольких лет не повышала на него голос. Ну, он довольно быстро, я бы сказала, мы к концу года уже находили общий язык, а потом я с ними сама училась сдерживаться, искать слова к каждому ученику, актеру. Вот поэтому, может быть, в то время уже он у меня же не первый мальчик был. С Гуляевым я работала, в свое время с Диком. У меня были пары. Тогда мы, когда еще были вдвоем с Валентиной Владимировной, Царствие Небесное, вдвоем работали. Вот. Она с кордебалетом, с солистами какими-то, характерные, все. А у меня были ведущие танцовщики. Ну, время, всему в свое время. Но споры в классе были? Да, были. И бывали активные споры. Но как споры? Вот... Что он мне все время говорил? Вроде как я не понимаю, ведь я же ведь само движение правильно делаю. Я говорю, ну, Виталик, правильно, пока ты стоишь, пока ты знаешь, что ты правильно делаешь. Но ведь когда мы начинаем двигаться, во-первых, мы же с тобой еще ведь не только физически должны показать, что мы можем движение это делать, уметь вертеться, уметь стоять, уметь прыгать, уметь толкаться. Вот это же все работа. Она же ведь не прекращается, пока ты будешь танцевать. Вот. Вот он иногда как бы не понимал вроде как меня. Как бы. Но на самом деле понимал. Я думаю, что он понимал, просто он еще где-то не привык. Ну, в школе-то все равно нажимают. Я сама преподавала в школе, и меня учили. Но, правда, у нас учителя как-то, ну, нет. Все-таки настойчиво бывали, пожалуй, кроме Екатерины Николаевны Гейдернрих. Она никогда не повышала голос. Ну, во всяком случае, на меня. Вот.
Нет, ну, он иногда вольно так держал себя, вольготно. Вот. Ну, я какое-то время молчала, я говорю, ну, пойдем дальше работать или как? Или пойдем чай пить, говорю. Вот. Ну, он сразу приходил в себя, ну, и продолжали работать. Потом уже он, ну, он довольно быстро, потом, в общем, ну, одаренный человек, он настоящий танцовщик, настоящий ведущий танцовщик. У него, ну, вот, знаете, как вот природа, спасибо ей, одарила его всем. Фигурой, данными, внешними, эмоциональными. Вот это у него, конечно, было. Но их нужно было направить в движение. Ну, вот эта своенравность, она как-то переходила в актерский темперамент особенно ярко? Ну, а как же, конечно, конечно. Он все понимал и все в меру умел. Ну, об этом шел разговор на репетициях. Вот, что... Ну, он, конечно, очень быстро воспринимал. Никогда, если уже на репетиции все сделано, он и на сцене. Никогда у него огрехов не бывало. Ну, бывали в силу чего-то. А так, нет, эмоционально он вел свои партии вот так, как мы говорили, как мы обговаривали, про что он танцевал, в каком балете он танцевал. Вот это, конечно, его большое преимущество. А у вас есть любимая партия? Лично у меня? Его. А его, ой, нет. Все. Все, что он танцевал, над чем мы работали. Но мы работали очень тщательно, что мне в нем нравилось, что он... не вставал на дыбы, когда надо было что-то повторить и повторить и повторить и повторить. Вот, потому что многие, особенно девочки, ну, не те, с которыми я раньше работала, вот они как-то... Ну, я же ведь только сделала, у меня же все получилось. Я говорю, получилось. Ну, хорошо сделала. Я говорю, ну, хорошо сделала, но мы же должны это закрепить, повторить, чтобы это в тебя вошло, чтобы потом... Я говорю, ты думаешь только о технике, например, или только о чем? Поднять ногу. Но ведь, как нам говорили педагоги, каждый арабеск, начиная, как говорится, с пола, и выше, и выше, и выше, и выше, только я говорю, не за голову. Сейчас, говорю, мода пошла, что мы очень много... берем у этих, у гимнасток, но это не искусство. И насколько трудоемко для вас, как для педагога-репетитора, вот переход этот, в, собственно, из технологии в искусство осуществить? Ой, вы знаете, а тут не надо переходить, тут должно быть все вместе. Если мы делаем какую-то позу, она должна быть эмоционально наполнена, она должна быть наполнена в том стиле, в каком он танцует спектакль. Жизель Альберта, Лебединый принц, он другой должен быть. Дон Кихот тем более. Хоть он это, что, но все равно это, ну как его сейчас, да вообще называли, да не классика. Но у ведущих-то это же чистая классика была. Ну, только первый акт, ну, таверна, ну, там какие-то подтанцовки. Ну, без этого Дон Кихот не мог быть. Нет-нет. Я и сейчас противлюсь тому, что очень многое... Знаете как? Вот не получается, и идут на поводу, его облегчают движение. Что вот получилось, значит, вот мы его так оставим. Я считаю, что это неправильно. Хорошо, но возвращаясь к Виталию Полищуку, да. Все-таки вы перечислили некоторые партии его, но вот очень хочу узнать, какую партию вы считаете его коронной? Ну, он хорош в «Жизели», в «Альберте», что в первом акте. Все понятно, что он спрашивает у партнеров своих, чем недоволен, в жестах, в взгляде, в ракурсе поворотов тела. Ну, Лебединый это, конечно, это Лебединый, это принц. Пергюнд это Пер, это Пергюнд сам. Он вот там, можно сказать, его актерские данные, конечно, на высоком уровне. Там он. Я вот даже
иногда вот, когда у нас потом уже одно время не шел Пердюн, потом вернулся и уже танцевал другой исполнитель, а у меня перед глазами Виталик. Потому что мне кажется, что здесь вот, например, недоделано эмоционально, особенно когда смерть матери, там, когда он убегает, там, хулиганит в первом акте с тетками, со своей этой самой, с бабками, все равно хулиганит. То он языки, но это вот, знаете, вот не чрезмерно, а вот все, вся эмоции, вот эта игра актерская, конечно. Ну что, ну все, что я могу сказать. Шопен, этого юношу. Что последнее, что у Алексея Григорьевича. Все его номера. Что одноактные балеты, тема Чайковского была. Вот это, ну, во всех партиях, во всех. Вот что-то идет, та же Жизель. Вот я вижу, чего недоделано актерски у мальчика, что недоделано физического исполнения в ногах, в корпусе, в прыжке. И, конечно, он молодец, он хорошо прыгал, у него хорошо... Вот открытие ног, вот это техническое исполнение нашей методики вагановской. Дорогие друзья, уважаемые педагоги, коллеги, зрители, дорогие артисты, которые сегодня были со мной на сцене. Я первый раз стою на сцене с этим микрофоном и... Если кого-то забуду, прошу прощения у всех. Но я хочу сказать, что театр и, в частности, балет одними артистами не спасается. Балет неразрывно связан с музыкой. Спасибо оркестру, который каждый вечер играет в театре. Балет не может быть без тех, кто придумывает декорации, костюмы, кто их изготавливает, шьет. Без бутафорского цеха, без реквизиторского, без машинистов сцены, которые все это устанавливают. Без людей, которые встречают зрителя у входа, которые рассаживают. И без многочисленных цехов, которые находятся в таком большом организме, как театр. Всем огромное-огромное спасибо. Особо хочу поблагодарить педагогов училища, педагогов театра, у которых столько... знания мы принимаем, и которые нас терпят. Хочу поблагодарить всех артистов, без которых солист, какой бы он ни был, он спектакль, ничто и никто. Спасибо вам. И спасибо руководству театра, руководство балета, благодаря которым сегодня состоялся этот вечер именно на этой сцене. Спасибо. И прошу прощения у всех педагогов. Да. Вот педагог, который со мной уже работает, более 20 лет. Спасибо вам, зрители, спасибо, друзья и коллеги, которые уже не работают в театре, на которых я вижу сегодня в этом зале. Всем спасибо.